касательно. Инструктора выполняет, но вы контролируете. При отделении от самолета руки должны быть вместе, ноги должны быть плотно вместе. Головой вниз не ныряйте, вверх не ныряйте и раскрывайтесь. Кольцо после 3 секунд обязательно вырывайте 2 руками. Не рассчитывайте на страховочный прибор. Далее осмотрительность в воздухе. По сторонам смотрите. Выброска будет, видите где. Натягивайте левую или правую страху управления на полную бедру и разверните лицо в сторону леса, чтобы солнце было у вас за спиной. Приближается земля, поставьте ноги вместе, постучите ногами, сзади в конце подтяните и сохраняйте это положение до полного касания земли. Земля приближается, твердите себе ноги, 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 не разводите их. Погода хорошая, ветер, створ ярко выраженный. У земли ветер небольшой, так что приземляться вам комфортно, как бы. Парашюты несем, вставать и все, можем ехать. Вот вы то самое, придете на старт, Михаил Константинович вас встретит. Ага. Первому само дальше идти. Боком идет третий. Если не сможете развернуться, вас как-то боком несет, все равно ноги держим вместе. Как можно плотнее. Ох, они вообще было приятно. Назад, 5 шагов быстро. На всякий случай. Еще что если сделаю. Лишь с ними не будет.
Ебать мой хуй. Стропы-то раскрылись. Да ну нахуй. Мама. Фух. Ебать. О! Ебануться. Да ну нахуй. Ебать. Ебанулся. Вот это да. Фух. Земля, 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 земля. Ебать, я сделал это. Фух. Мама. Да ну нахер. Охуеть. Охуенно. Да ну нафиг, блядь.
Ugh.